В результате ураганного ветра на территории городского округа Люберцы было повалено и сломано более 1000 деревьев. Такую цифру передает пресс-служба Люберецкой администрации. Уточняется, что погибших в результате стихии нет. Ликвидацией последствий занимаются восстановительные бригады МАЭСК, управляющих организаций МЧС и МОС облпошспаса. Чтобы ликвидировать последствия разыгравшейся стихии в Люберцах, работу ведет штаб специалистов. В него вошли представители администрации округа, городских служб и управляющих компаний. Владимир Ружицкий лично выехал на аварийные места проверить, как идут восстановительные работы. Часть деревьев упала в садиках, в школах. Поэтому мы сразу начали этим вопросом заниматься. Есть вопросы по обеспечению электричества. У нас на сегодняшний день, к сожалению, остается еще без электричества порядка 19 частных домовладений. И мы этим занимаемся. Не до конца еще восстановлено уличное освещение. И мы планируем сегодня уличное освещение тоже восстановить. Что касается поваленных сильным ветром деревьев во дворах Люберец, их распиливают и вывозят. Во всех микрорайонах были сформированы рабочие бригады численностью более 120 человек со специнструментом и спецтехникой. Во дворе дома номер 9 по улице Митрофанова, по словам местных жителей, никто не пострадал. Однако одно дерево упало на крышу дома и, возможно, повредило ее, а второе на автомобиль. Разбило ей крышу, стекло разбило. Машина была полностью завалена вот от этого дерева куском, то есть полностью здесь все валялось на ней. Хозяин проснулся, был в шоке, что происходило. Это уже сейчас мы видим последствия того, что уже более-менее убрали. Первоначально проехать здесь был полный бедлам. Мы были шокированы, особенно когда те деревья боковые упали на дом. Мы думали, наш дом рухнет вместе с этими деревьями. От поваленных стихии деревьев автомобили пострадали повсеместно. Эти кадры с улицы Юбилейной. У дома 26 под упавшие зеленые насаждения попали несколько машин. Там же во дворе немного пострадала детская площадка. Жители, даже самые маленькие, не скрывая эмоций, делились впечатлениями от увиденного накануне. Здесь не надо здесь нам такого. Такого произойти не должно тут, в нашем городе. После торнадо полил дождь, я увидел, вот что повалило, прям это дерево. Моя мама вчера шла и в метро, а потом она вышла, когда из метро, на нее все ветки летели. И потом панс и дерево упало. С крыш летели листы железа. Да, конечно, было. Все это гремело. Гремело все. У нас последний этаж. Последний этаж, было ощущение, что что-то обваливается, что-то рушится. Работы по распилу деревьев, поваленных сильным ветром, а также вывозу их со дворов и улиц, велись целый день по всему округу. В Люберцах, вблизи 116-го квартала, стихия обрушила несколько берез. Однако жители корпуса номер 20 теперь опасаются и за те деревья, которые пока еще стоят. У третьего подъезда давно, еще прошлый был ураган, значит, упала ветка. Теперь сейчас снова такой урожай. Как говорится, нам принес неприятности. Но смотрите, что творится. И к кому обращаться, не знаю. А это улица Кирова. Здесь, как видите, ураган прошелся совсем не слабо. Деревья повырывало даже с корнями. И в некоторых местах повален железный забор. Упавшие деревья убрали с проезжих частей. Работа велась непрерывно. Также в экстренном режиме действовали и бригады, устраняющие неполадки на электрических сетях. Железные заборы, деревья сносили и у многих образовательных учреждений. Вблизи гимназии 41 одно большое дерево повалило ограждение, а другие стволы, по словам жителей, чуть ли не выбили им окна. Под окном небольшая рябина была, рябина у ее повалила, тоже все на свете. Ливень такой был, такой ураган, шум, ой, это невыносимо. У меня внучки 6 лет, они шли из садика, прям одна в детский сад аж до дерева упала. И знаете, как в сказке вот эти вот дубы-колдуны, вот это все с корнями.
В Люберцах ветер валил не только деревья, но и конструкции, которые были плохо закреплены. К примеру, этот рекламный щит свалил ураган, потому что его основа была недостаточно тяжела. По некоторым данным, сильнее всего пострадала северная часть города. Два рекламных щита стихия повалила на проспекте Победы. Собственник ликвидировал упавшие конструкции, а вместо них установил новые с тяжелым бетонным основанием. По последним данным, после обрушившегося на столичный регион урагана в Люберцах повалено более 1000 деревьев. Пострадали 63 автомобиля, повреждены сотни метров ограждений и линий передач. Погибших в результате урагана в округе нет, однако пострадали 8 жителей. На данный момент 7 из них находятся в больнице. Анна Троян, Яна Яковлева, Никита Скраган и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ.